Партия «Гражданская платформа» будет стоять первым номером в бюллетене на выборах депутатов Госсовета Чувашии. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики провела жеребьевку. Процедура прошла в присутствии представителей политических партий и журналистов. Предусмотрена законодательством и проводится в обязательном порядке. По итогам жеребьевки на первом месте в избирательном бюллетене будет стоять партия «Гражданская платформа», на втором – КПРФ, третьими идут «Новые люди», четвертая позиция у партии пенсионеров, «Зеленые» – пятые, ЛДПР – шестые, партия «Родина» под номером 7, «Единая Россия» – номер 8. Девятая позиция у «Справедливой России» – «За правду», замыкают десятку «Коммунисты России». Избиратель будет выбирать не по конкретному числу, а по конкретным делам. Партия проводит многочисленные встречи с избирателями, доводит информацию до населения, претворяет эти инициативы в законы, которые идут в массы. Партия «Гражданская платформа» выиграла этот так называемый спор. Мы заняли первое место, и, соответственно, для нас вообще цифра номер один. Первый раз партия «Гражданская платформа» принимает выборы в участии в Госсовете Чувашской Республики. Все было прозрачно и честно. Да, поэтому активное участие приняли почти все политические партии. Я хотел бы отметить, что на этих выборах мы будем бороться только за одно место – это первое место. Отмечу, что региональный ЦИК проводит жеребьевку по выборам в Государственный Совет Республики, по выборам депутатов в Госдуму ЦИК России.